Историю развития кирпичного дела в городе над Бугом предложили изучить горожанам брестские краеведы и историки Иван Чайчиц и Сергей Гринь. Выставка старинного кирпича «Цегла инкогнита. Дешифровка кода» открылась на базе областной научно-технической библиотеки 4 августа и стала своего рода логическим продолжением первой экспозиции «История у цегли», которая прошла летом 2016 года. На этой выставке мы решили рассказать о том, как мы расшифровываем коды, которые заложены, так сказать, в этих кирпичах, код памяти, код тех фабрикантов, дворян и владельцев предприятий, которые оставляли свои фамилии. И мы надеемся, что это будет интересно, ведь здесь будут показаны не только кирпичи из Бреста, из Брестского уезда, а также мы постараемся показать, как это делается в мире. То есть кирпичи есть из Соединенных Штатов, Украины, Швеции. Широкой публике организаторы представили порядка 80 образцов кирпича. На каждом уникальное клеймо. По этим знакам можно судить о связях между странами, развитии торговых путей и градостроительстве в нашем городе. В экспозиции представлены кирпичи с историей. Из коллекции Ивана Чайчица, Сергея Гриня, собрания музея Брест-Театральный и ряд уникальных раритетов из самой большой в Беларуси коллекции лидского краеведа Алексея Чистякова. Все экспонаты так или иначе связаны между собой и объединяет их наш Брест-Литовск. Здесь как и кирпич с историей, так и прослеживаются некоторые интересные моменты. Кирпич с клеймом «Борман», который к нам приехал из Нижегородского Кремля, владелица предприятия когда-то писала очень много различных рассказов. И вот один из этих рассказов имеет отношение к Бресту, потому что там конкретно читается название «Брест-Литовск». Это было связано с подписанием Брест-Литовского мирного договора. Хотя эта женщина никогда не была в городе Брест-Литовск. Чтобы представить картинку наиболее полной и яркой, сотрудники научно-технической библиотеки организовали мини-выставку литературы, посвященную кирпичному зодчеству. Хорошо дополнила и проиллюстрировала кирпичную тему выставка фотографий от брещан-краеведов Олега Малейко и Петра Альшевского. На их снимках запечатлена исчезающая с брестских улиц кирпичная магия прошлого века. Это все-таки наша какая-то история. Это, как выставка и называется, «История о цегле». И там выставка «Цегла инкогнита», когда мы можем расшифровать код, написанный на кирпиче. Это все кирпичи, которые были когда-то в зданиях. Это исторические здания, которых многих действительно уже нет. И мне кажется, что каждый человек в какой-то степени интересуется историей своего края. На выставке старинного кирпича представлены не только сами образцы, но и методики их изготовления. За каждым из экспонатов история Бреста, приобщиться к которой можно до 15 сентября, причем абсолютно бесплатно. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.